Здравствуйте. Миссис Питерсон. Да? Меня зовут Дэвид. Миссис Питерсон, я знал вашего сына Кейлеба. Он погиб у меня на глазах. Это я. Ты знал Кейлеба? Да, мэм. Мы были друзьями. Да, мэм. Он просил передать, что любит тебя. Спасибо. Просил присмотреть за вами. Так что мы подружимся. Что случилось? Подрался с пацанами в школе. Я научу его самообороне, когда он захочет. Что с ними сделаешь? Побеседую. За ущерб. Не терпи ничьих наездов. Вот. Это тебе. Этой осенью. Миссис Питерсон, вы уверены, что я могу остаться? Мы все будем только рады. Я обещал Кейлебу, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Но, боюсь, я не все вам рассказал о себе. От создателей фильма «Тебе конец». Гость! Не представляю, что бы я без тебя делала. Правда, миссис Питерсон, мне несложно. Скоро в кинотеатрах.